У нас каждая поездка происходит как-то очень интересно всегда. Вот. Вчера у нас только ты, то собаки бросались под машину. Вот. И мы приехали и немного загрузили. Вот. Благо, что у нас есть трактор, и трактором мы вытянули себя. Вот. Поэтому я не снимала, потому что было очень темно. Грузимся в машину картошкой. Яблоки берем. Такая красота у нас свои. Тюльпанчики у нас на подходе красивые. Мокро еще. Солнце припекает. Сегодня градусов 10, наверное, да? Я думаю. Место твое заняли, да? Ничего, освободим. Подготавливаем маленькие теплицы к посеву. Будем садить на следующий раз капусту. Посмотрим. Рассаду, скорее всего, капусты. Мокро, конечно. Еще. Ой, что? Это я ходила. Да, это я ходила, там убирала возле малины. Скользко еще. Так. Сейчас посмотрим чеснок, как он у нас. Мокро. Еще мокро. Ходить сильно не походишь. Вот в этом году мы одну сторону прокультивировали, а вторую оставили, не культивировали, потому что очень много было семян, поэтому мы оставили. Ну ничего, в этом году прокультивируем. Так, жито у нас зашло, тут жито немножко зашло хорошо. Ну вот чеснок, смотрим чеснок. Чеснок пошел по чуть-чуть, оно может на камеру и не видно. Вот как погода быстро меняется. 20 дней назад всего лишь лежал у нас здесь снег. Я кадры вам ставлю. Вот. Мы ездили сюда 1 февраля. А сегодня 20 февраля. И погода просто, ну я не знаю, летняя. Градусов, наверное, 10 сейчас. Солнышко такое, так хорошо. Сейчас я подготавливаю свою тепличку маленькую, такую. Накинул утросил, или в один, или в два слоя. И она у меня будет, ну, неделю или две стоять, то есть прогреваться. А потом я приеду, высею сюда капусту. Тепличка была здесь, мы кидали, навозили немножко навозика, немножко остатков жита, что мы выбивали. Сейчас я ее цапочкой прохожу, вот, и накрою.
Вот такая погода была 1 февраля. Мы приезжали тогда в 2022 году первый раз. Вот. Немножко погуляли мы, позорничали, побегали. Было очень нам интересно, как зимует наша дача. Даже не верится, что пройдет 20 дней, и от этой красоты белоснежной уже ничего не останется. И я уже буду делать теплицу, подготавливать ее к посеву. Это я показываю чеснок, что хорошо зимует. А дальше у нас посажена горчица. Мы ее садим после картошки, и она хорошо укрывает, получается, огород. Ну и удобряет, естественно. Вот так зимует наша малина. Это новые сорта мы посадили. Тоже пробный вариант такой, на пробу. Вот так все я сделала. Земельку распушила, где что убрала. Вот принесла лутрасил. Сейчас накрою. И пусть она стоит 2 недельки. Готовится вот к посадке. Вот такая маленькая тепличка нам хватает. Сюда я сажу только капусту. Редко сажу что-то еще. После капусты могу посадить перец. Но в основном здесь сидит капуста. Где-то я высеваю 50-60. Ну до 100. Вот, 50 ранний. 50 поздний, в принципе. И потом высеваю, нам хватает этого. Может, если не примется, то я еще немножко докупаю. А так, в принципе, всегда хватало. И на соленье, и на голубчики, и, ну, на все. Так, накрыли. Главное, чтобы ветром не сорвало. 2 слоя. Будет теперь греться. Это наше дело. В общем, хорошая погода. Прям. Дровишки за зиму подсохли, да? Работу мы сделали, которую запланировали. Картошки набрали. Яблок набрали всего. Вон. Сейчас наколем дров. Заложим нашу буржуйку на следующий раз. Все, что хотели, то, конечно, мы сделали уже. Парничок один накрыли. Ну, еще, ну, как сказать, еще для посадки рано, для каких-то дел тоже рано, правда? Еще жижа такая, ходить очень тяжело. Машиной еле заехали. Поэтому будем собираться, уже будем ехать. Товарищ сидит, ждет. Ты ждешь уже ехать? Посмотри, товарищ сидит, ждет. Самый первый. Кто первый в машину? Ты уже ехать собрался? На колесике кататься? Таких дровишек мы покололи. Есть у нас еще вот такие дровишки. Это мы дробим нашей дробилочкой.
Вот такая мелочь на распалочку. Лянь, утащил бревно. Иди неси сюда. Куда? Неси сюда. Что это такое? Лянь, тягает эти. Бревнышки тягает. Принес? Молодец. Ох, и поразить надо. Нельзя брать. Неси бревнышко. Собираемся уже домой. Попытаемся сейчас, конечно, выехать. Вот на машине не загрузнуть, чтобы опять нам трактор не выгонять, как вчера ночью. Поэтому желаю вам удачи и нам удачи доехать хорошо домой. Всем пока. До новых встреч, друзья. Мы выехали. Вот такие вот ровчики. Вчера. Сегодня уже закопали ямы.